11 пожаров пришлось тушить спасателям области в минувшие выходные. Жертвами огня стали 2 человека. Повреждено 6 строений. 14 февраля в 11:37 спасателям поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного домовладения в деревне Дягилес Березовского района. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1961 года рождения, не работавший. Причина случившегося устанавливается. Дорожно-транспортных происшествий в выходные дни на дорогах области зарегистрировано не было, однако без нарушений не обошлось. 584 участника дорожного движения нарушили правила дорожного движения. В том числе 18 водителей управляли транспортными средствами без права управления. 9 водителей оказались в нетрезвом состоянии за рулем транспортного средства. За нарушение правил дорожного движения пешеходами к ответственности привлечен 71 человек. Из них 19 находились в нетрезвом состоянии и 34 передвигались в темное время суток без световозвращающих элементов. Сотрудники УВД предупреждают граждан о росте преступлений в сфере высоких технологий. С начала года в области возбуждено 10 тяжких и особо тяжких преступлений. Простые, на первый взгляд, звонки от банковского оператора могут обернуться большими финансовыми потерями. Как показывает практика, отлично воздействуют на сознание граждан и использование названий известных финансовых организаций, а также их символика. Вторым наиболее распространенным способом совершения данного вида преступлений является общение с нашими гражданами на торговых площадках, таких, на которых продаются большинство товаров. В данном случае важно не переходить по предоставленным ссылкам мошенников. В ином случае хищение денежных средств не удастся избежать.